Я сейчас покажу, что значит жить в жопе России. Ее еще называют провинция. Смотрите. Вот здесь вот парковка. Вот, видите, какая параша здесь на парковке. Там еще дальше интереснее. Вот такой мусор и срачник. Рядом с жилыми домами мусорка, где бегают огромные крысы с размером динозавра. Вот в этом задрыпанном доме, задроченном старом доме, живу я. В подъезде встречает параша, который уже стоит, я не знаю, неделю. Вот такая мрачная картина. Культура здесь присутствует, присутствует. Мои белые чистые ботиночки. Провода торчат. А здесь круче. Вот так. Живу я на 5-м этаже, но почему-то, падла, не худею. А это подъездная инсталляция. А вот здесь кто-то повесил ссаный вонючий ковер, и он уже висит и воняет очень долго. Здесь живу я, вот, кто-то повесил. Казалось бы, возьми да уедь с этой дыры. А нет, друзья мои, я патриотка, патриотка нашей страны, патриотка нашей России. Потому что если я скажу что-то иначе, меня, сука, в тюрьму посадят.